ты пришел за нами? Ты пришел за нами, да? А Симбу что не привел? А потому что я буду главным, а вот да? так вот, потому да? что. А потому что. Так, что Симба там строит глазки посетительница. Это ж эти пацаны. Так. Кто-то хрустит, кто-то уже все. Схрустел? Схрустел и лег. Так, он прям хрустят. Вот Мирандочка у нас. Она двумя лапами держит. Умница. Такая, ох, держи. Прям. Ириска такая. Ириски еще холодненькие. Да. А ну, они заморожены. Они, да, они заморожены. Кто-то дрыхнет. Вот. Мы их везем сюда замороженными. И вечером угощаем. Ходим, ходим, да. Они тают. Они тают. И вот они еще не совсем даже растаявшие к вечеру. Беляшки. Белочки две. И вот еще замороженные ириски, подмороженные. О, шерханчик. Пожалуйста. Красавец. Ох, Симба там вкусно. И остался в бульдере. Симба, да. Шерханчик. Ты такой мальчик. Ты как хороший мальчик, да? Я хороший мальчик. Вон кто-то пришел тоже. Кушунькать, откуда ты перешла или пришел? Пришла, мне кажется, девочка они это. Они ходят тут, это, как сказать, туда-сюда. Тудым-сюдым, да, кругами мы тут туда-сюда, не знаем. Туда-сюда. Кручу-верчу, некоторых узнаем, а некоторые вот эти серенькие такие. Они становятся одинаковыми, да, какими-то они... вот по расцветке. Так пока мордочку не увидишь, ты начинаешь их путать. Что там лёлики-больки? Вот там Миранда даже уже как-то сглаживается с ними. Но она еще сирея, нет, она все-таки еще сирея, да. Такая она темненькая. Те вон рыженькие, ну, светленькие. Светлые, да, она чуть-чуть, она чуть-чуть такая. Угу, чуть-чуть сирея. Тут вон товарищи светленькие. Вот тоже вроде вот серенький, вот грызет. А там явно мальчик подгрызает. Но он светлее. Детки беляшки, конечно, классные. Хвосты какие. Одни эти копы сюда. Будут такие мощные лица. Уши назад, слушай. Угу. Про вас говорим. Угу. Такие клевые. Две подружки, сестрички. Угу. Шерхан, зови Симбу давай. А Шерхан он в тележке его пасет. Ну это понятно. А, да? Да? Тележечки? Тележечки пасет. Такой, что там есть? Там все, что было, все тебе выкинули. Вы не хотите с Симбой? Ну, нету, нет. Что вот теперь? Судя по всему, они первые вот мясо поели, а все остальные... Наверное, что досталось. Ириски вот это... Там, правда, судя по габаритам беляшиков, там досталось тоже не кисло. Неплохо, да. Но первые ели вожаки, да? Да? Симба. А ой, эти? Симба, шерханчик. Шерханчик. Ходит тут туда-сюда, вот и туда-сюда. Может, скажи, еще что-то у вас там есть? Нет, такого, чтобы ты или, съел, может, это, ничего нет. Какой-нибудь окорок там завалялся, да? Давай, давай, ищи копытца, давай. Сделай уж одолжение нам. Мы тяжести эти тащили. Нет. Ходит и ходит. И все попами легли. Главное, и сверху их не снимешь, потому что они под мостками. Ну, с той стороны. Эти под кустами. Подойти. Ну, может эти... быть, оттуда мы пойдем. Оттуда? Ну, пойдем, обойдем. Смотрите, какая красивая тучка. Прям красивая такая. Варелька. Угу, разными цветами. А вот тут вот шерханчик идет за нами. И Симбочка. Симбочка, а там нет прохода. Проход только здесь. Да? Маленький. Ух ты какой ты здоровый. Да, кабанчик? Проход только здесь, Симба. Он усвой-то. Я, говорит, спать укладываюсь. Симба. А, Симба? Шерхан. Красивый. Куда пошел? Шерхан такой поджарый, а Симба уже... Симба мощный становится. Да? Уже такой. Ну, он постарше ж немножко, чем шерханчик. Постарше, да. Но он был всегда таким крепышом. Крепышом, да. Крепышом. Что, шерханчик сюда, да?
О, Ашерхан он такой. Он поджарый. Такой спортивный парень. О, что такое? Пришел брательник, скажи, да, любимый? Ну, класс. Куда вы там? Ушли. Куда вы там ушли? Мы в обход. Ага. Ну, куда? Ну, конечно, вот. Они ж ходят так, чтобы мы не видели. Да? Так, обошли мы. Пока обходили, все остались на местах. Все на месте, да, Шерхан ушел, Симба там в вольере и остался. Вот, красавчики. О, копытца валяются, 3 штуки точно вижу. Валяются, валяются, да. Свободные копытца. У нас было с запасом. Вот. Миранда там с этой стороны хоть Миранда лицо. Так лапками держит, прям такая. У меня так Елисей держит, вот так прям к себе, близенько-близенько такой, знаешь, вот прям. Мое-мое-мое. Да, Любава у меня такая, знаешь. Раздай жопу. Извините за мой французский. А Елисей нет, ему все надо так близенько-близенько держать к себе. И не дай Боже, кто-то посмеет вообще забрать. Святое, посягнуть. Да, да. Не, ну мамка-то может, конечно. Любави нельзя. А мамке можно. Вот там Шерханчик вышел. Охотничек. Охотник. Где-где-где-где? Вот он, вот он, вот он. Охотник. Угу. Такой хороший. Вон копытца рядом, бери. Опа. О, лапкой, вот, лапкой. Такой, на подкрадухах. Ой, вкусненько, да? Полизать. Мороженка такое. Вкусняшка. А белочки там под кустом, да, лежат? Да, лежат. Так, лежат. Надо обойти надо дальше, подальше, да. Да. Белочки тоже красивые. Пойдем белочек глянем. Да, сейчас посмотрим, можем мы с той стороны как-то. Вот тут может будет, да. Вот они, белочки такие. Вот, смотрите, какие красивые. Пузени торчат в разные стороны. Львы запевают перекличку. И они так смотрят. Одна забияка он, походу, с отметиной. Забияка и задирака. Белка и стрелка. Зита и Гита они вроде как. Не знаю я, что да. Это. Честно говоря, не припоминаю. А им же ж, они ж когда родились, давали ж прям клич, чтоб назвали их. Угу. Или это не их? Может, не их, я не знаю. Кого-то китайцы называли? А китайцы как называли? Боюсь я повторить не помню, это. Я не помню. Слушайте, все смешалось. Люди, кони. Просто кажется, что ну там, да, 2 года назад, 3 года назад было. Угу. Вот. А оно на самом деле там 1 год назад было. И наоборот. Столько событий. Кажется, что было 1 год назад, а оно было там 5 лет. Ну, в общем, может белочки. И не Зита, и Гита, белочки, да. У нас беляши и белочки. Такие хорошенькие. Пока дошкандыбаешь, Шерханчик. Все-таки это, распробовал. Соизволил. Угу. Его царское величество. Неплохая штука. Да. Да. Такой, эти 2 принесли, в принципе, достойную вещь. Угу. Можно и угоститься. Да, Шерхан? А то вот это вот пренебрежительно так посмотрел, когда раздавали. Угу. Давай уж собираться. Чапать домой надо. Уже скроется муравейник, закроется. Это да. Уже все, закат на носу.